Дорогие телезрители, в эфире прямоэфирный проект «Лот живьем» на телеканале «Лот». И, как всегда, с вами в этой студии Александр Шелест, Юлия Витимирова. «Лот живьем» – это площадка для диалога между зрителями, экспертами и гостями студии. Вы можете подключиться к обсуждению любой нашей темы или предложить свою тему на нашей страничке Facebook Live «Лот Live», а также позвонив нам по номеру телефона 050-210-08-98. Стрімко минають наші інформаційні блоки, і стрімко минають геть різні події у світі. І в Україні, і у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному цьому трикутику. І оцей інформаційний блок ми присвятимо темі, яку дуже коротко можна позиціонувати, як суди, підсудні мери, суди над мерами. І от, зокрема, сьогодні стало відомо, і щодо відбулися засідання і щодо мера Сєвєродонецька і Лисичанська. По мэру Северодонецка стало известно, что заседание перенесли на 22 апреля. Вновь объявлен перерыв. Сегодня состоялось очередное заседание суда по делу захвата власти в Северодонецке. И судья вновь объявил перерыв. Цитата Игорь Слесарев, адвокат Валентина Казакова. «Нет слов, судья объявил перерыв по делу Казакова на 22 апреля. Я думаю, пора общественности выходить на улицу». Такое мнение у адвоката Валентина Казакова Игоря Слесарева. Наші редактори вже йому телефонують, що, мовляв, він мав на увазі виходити на вулицю, майдани Сєвєродонецькі влаштовувати. І про Лисичанську безпосередньо ситуацію. Там суд працював більш плідно. Він виніс рішення щодо міського голови Лисичанська Сергія Шиліна, у діях якого все ж таки визнав ознаки корупції. Суд визнав наявність конфлікту інтересів у діях лисичанського мера Сергія Шиліна, і згідно його рішення посадовець покараний адміністративним штрафом у суму 3400 гривень. Рішення все ж таки буде чинне і матиме силу, якщо Шилін не подасть апеляцію. Але у нього, як стверджують багато з юристів, шансів виграти обмаль цю апеляцію. Відповідним чином, факт у тому не у 3400 гривнях річ, і мова саме не про них іде, а факт у тому, що виявляється ознаки корупції у одного із голів нашого трикутника Лисичанськ-Сєвєродонецьк-Рубіжне є. І зараз ми представимо вам гостя у цій студії, який так само дотичний до того, що відбувається у Сєвєродонецьку, над сєвєродонецькими політичними іграми. Це депутат Сєвєродонецької міськради Ігор Будков. Він сьогодні у студії. Здравствуйте. Здравствуйте. Найперше запитання, мабуть, найважливіше. Як ви бачите ситуацію у Сєвєродонецьку? Це захоплення влади. Тим паче, зараз ми не знаємо, як до вас звертатися, як до заступника виконувача обов'язків міського голови, чи як до секретаря, бо ваші повноваження, вас начебто звільнили, але ви так само перебуваєте, скажімо так, у певній юридичній прострації. Все ж таки, що ви вважаєте зараз відбувається у Сєвєродонецьку? Знаете, я бы начал с конца. Вот в городе стало лучше или хуже? Как сердончане чувствуют эти перемены? Вот лучше было с Казаковым или без Казакова? По моему мнению, вот отсутствие Казакова положительно сказывается на жизнедеятельности города. И это самое главное. А дальше мы уже можем уходить в всякие юридические тонкости. Знаете, как говорят, с помощью логики можно обосновать все, что угодно. Вот так и в юриспруденции. Можно обосновать, в принципе, все, что угодно. Суды часто берут формальную сторону. То есть там нарушена ли процедура, кто как там проголосовал, явно или тайно, всякие моменты. При этом не рассматривают по сути. И вот если формально подходить к этому делу, опять же, по моему мнению, то Казаков имеет шансы это дело выиграть. Поскольку он намеренно на сессии не присутствовал, на мой взгляд, тем самым обеспечил себе кое-какие юридические преимущества на той сессии, на которой его снимали. С другой стороны, если рассматривать по сути вопрос, то это мы возвращаемся к тому, с чего я начал. То есть в отсутствие Казакова дела в городе идут лучше.
То есть нет конфликта в Совете, вопросы решаются, сердончане получают адекватную помощь, решаются вопросы, проблемы. То есть, вот знаете, вот тот случай, когда нету, это лучше. Как ні странно. Але ж він на початку був достатньо лояльним і до опозиційного блоку, і до депутатів. Він, скажімо так, ну, багато коли не був, то зрозуміло. Але сказати, що він щось комусь, якісь палиці у колеса ставив, також не можна було сказати. Чого його зняли? Ну, если вы помните, опять же, с чего это все началось. У нас большим событием для наших выборов в Сердонецке стало появление Шахова, команды Шахова в городе. Наш край и Шахов. И вот действительно была такая довольно грязная кампания, об этом много говорили, писали. Был подкуп, милиция была забита людьми, которые раздавали деньги в день голосования на участках. И в этом был обман. То есть вот этот обман, он был еще на выборах. Разрешился этот кризис со снятием Казакова. Ну, точнее, он начал разрешаться. То есть этот обман, вот он продолжал быть. Мы с ним как-то жили, как-то терпели. И вот перестали. То есть вот в момент снятия Казакова начался как вскрытие нарыва какого-то, понимаете? Вот тот обман, когда человек обманом что-то сделал, добился чего-то, прошел куда-то, оно все равно вскрылось, потому что ненадежно это все. Понимаете, такие вот методы, они дают отрицательный результат все равно. Вы говорите, ну, по вашему мнению, с отсутствием мэра Казакова дела в городе пошли лучше. Да. В чем конкретно? Конкретно, значит, при Казакове была попытка, знаете, как бы подольше просидеть. Даже такое ощущение, что понимание было, что недолго это получится. И вот как можно дольше протянуть, как можно больше денег успеть потратить и, соответственно, что-то на этом заработать. Вот такое ощущение складывалось. Потому что совет фактически не работал. Казаков постоянно вето накладывал. Мэр без совета ничего не может сделать. То есть ни бюджет принять, ни потратить его, ни программу принять, ни, соответственно, потом этот бюджет по этой программе тратить. То есть он, и его это устраивало. Самое странное, что, в принципе, его это устраивало. Также вы говорите, что нет конфликтов сейчас в Горсовете. Вот, ну, последняя сессия, к примеру, когда представители демократических сил не захотели голосовать пакетом, да, встали и ушли. Вот как вы это прокомментируете? Ну, знаете, я бы сказал так, у нас, на мой взгляд, все силы демократические, потому что выбранные были на выборах, как раз по всем канонам демократии. И, по крайней мере, та политсила, которую я представляю, она деньги не раздавала, это уж точно. Вот. Поэтому я считаю, все демократические, это раз. А второе, эти сторонники, это на сегодня группа Шахова, которая, преследуя интересы, опять же, Шахова, на сегодня Казаков с ними имеет сходные интересы, они его пытаются защищать, так как у них это получается. Получается не очень. Ну, зараз запитаємо, як все ж таки вдається захищати, як ми розуміємо, це у політичному сенсі не дуже виходить, а от як у юридичному. У нас на зв'язку Ігор Слесарєв, адвокат Валентина Казакова, на суді у процесі у цьому судовому. Здравствуйте, Ігоре, ви нас чуєте? Да, добрий вечір. Все ж таки, сьогодні ось таке відтермінування. Що воно дає і кому це вигідно? І чого ви всіх закликаєте на вулиці виходити? Ну, на самом деле, сьогодні суд пішов на поводу товариша Будкова і фактично на цілий місяць лишив город фінансування. Причиной и следствием этого данного переноса стало то, что Клегеба умышленно проявил явное неуважение к суду, так как он был надлежащим образом уведомлен о том, что сегодня будет в 9 часов состояться судебное заседание, на котором он вызывался в качестве свидетеля. Однако вчера внезапно, срочно, в 16:55 он переносит заседание исполкома на сегодняшний день с 4 часов на 9 часов, именно на то время, на которое назначено судебное заседание. В 9 часов заседание исполкома не состоялось, и уже потом, когда в ходе судебного заседания у нас оставалось время для его допроса, ему резко сообщили, и он фактически убежал со здания совета, чтобы ему не могли вручить там повестку, иным образом обеспечить его явку на заседание суда. А що робити, Ігорю? Це ваша точка зору, ваша позиція. А що у цьому разі робити? Місяць і ще, ну, 22 квітня, перерва. І, ну, хто від того виграє, хто програє? Що за цей місяць може трапитися, на ваш погляд? Проиграє від цього, в першу чергу, міст. Тому що всім відомо, що Клегеба отримав право підписи
путем подделки соответствующих документов, и данная подпись в течение 1-2 дней уже будет отменена. Уже есть официальный документ, и он уже скоро будет предоставлен соответствующий орган. И фактически месяц город будет без финансирования. Бюджетники не будут получать заработную плату, никакие расходные части не будут финансироваться. И об этом ни Бытков, ни Перегеба, ни судья не подумали. И фактически, я ж говорю, пострадает в первую очередь этого город. Зрозуміло. І щодо людей, все ж таки, ви бачите, що на вулиці вони вийдуть? Ко мне в Фейсбуці, в телефонному режимі постійно обращаються люди. На самом деле, до сьогоднішнього дня я здержував дані мероприятия, потому что я не сторонник каких-то радикальных методов. Но сегодняшнее решение действия суда уже, я не смогу удерживать людей, и я уверен, что люди выйдут на улицы, потому что не могут самозванцы, которые сейчас находятся у власти, которые назначают заместителей путем служебного подлога, которые принимают решения путем подделки документов и нарушают иные требования закона, они не могут находиться у власти. Я уверен, что люди выйдут и вплоть до такого, що вони просто їх винесуть з цих кабінетів. Зрозуміла ваша позиція, Ігорю. До пана Буткова запитання. Що можете сказати? От наскільки ось такий, бачимо, ми вже бачимо реальні якісь прогнози. Ну, я не буду казати, що це заклики до дії, але от є певне стримування юридичне, заспокоювали якихось людей. Ці всі різні, скажімо так, демонстрації під біля виконкому у Сєвєрнецькому бачили. Там і чорнобильців в них бачили, і хтось знову ж когось кликав. Що буде далі? От що ви скажете на ці слова? Ну, во-первых, тот митинг, который уже был, это было самое острое первое время. Как правило, люди наиболее остро реагируют первое время. Первое время на него как раз пришло около 100 человек. В основном люди престарелого возраста и коммунисты. И там были такие лозунги там, за Сталина, за Ленина и за Казакова. И в них была такая дремучая смесь, знаете, вот коммунистического с националистическим. Вот пришли люди вроде Самарского туда, и там Дьяков там с трибуны, и давайте, там за Ленина, за Сталина, за Казакова. Понимаете, они все под этими лозунгами подписывались. А что с грошима робити? С грошима этим же самым нас пугали в самом начале. И была действительно острая ситуация, но она возникла отчасти благодаря закону, что в зоне АТО была попытка бороться с рейдерством. Еще в 2014 году был принят закон, запрещающий смену руководителей и учредителей. И вот благодаря этому закону у нас поменялся руководитель в городском совете, и получается, он не мог поменяться в реестре. А не мог он поменяться в реестре, соответственно, не мог подписывать документы. Плюс предприняты были усилия, опять же, команды Шахова, Тука тут об этом громко заявлял, и они давали прямые указания, устные и письменные, не исполнять и всячески мешать этому процессу. Несмотря на это все, поехал Григорий Валентинович в Киев, и там просто простой нотариус взял и внес эту запись. Потому что в зоне АТО это запрещено, а в Киеве нет. Если они хотят опять что-то подобное устроить, то есть что-то незаконное, такое действительно искусственное, которое помешает жизнедеятельности города, они, конечно, это могут сделать. Но я уверен, что мы с этим справимся. Уверен. А як? Стінка на стінку? Як впораєтеся? Мітинг на мітинг? Знаете, когда человек прав, он сильнее. Вот я и думаю, что просто мы сильнее. Ну, а ответственность на ком будет? За людей, за город, если на самом деле получится так, что выплат никаких не будет? Кто будет нести ответственность за это? Я думаю, что городская власть, городской совет этого не допустит. Не допустит. Зрозуміло, короткий коментарі. І ще одне запитання, дуже важливе і гостре. Це, що, мовляв, на останній сесії там немає компенсації, знову ж таки, про гроші. З грошей все розпочинається, з грошей. І от ми немає компенсації за проїзд за електротранспорт, за тролейбуси, проїзд пенсіонерів. І відповідним чином багато чуток містом шириться з приводу того, що це Бутков. Адже він є власником багато чого у Сєвєрнецькій, зокрема певних маршрутів, щоб певним чином натиснути на тролейбуси і відповідним чином виграти конкуренцію і мати більше перевезення у маршрутних таксі. Люди просто пересядуть з тролейбусів на маршрутки, а пенсіонерам безкоштовний проїзд скасують через те, що грошей немає. Що, як ви це зможете прокоментувати? Зараз у студії наживо нас бачить багато людей. Понимаете как? У меня есть, допустим, какой-то маршрут. На него выдается определенное количество разрешений, то есть автобусов. Например, если это 101-й, там 27 машин. И у меня есть 27 машин, то есть больше их нету. Они все ездят полные. Поэтому если, допустим, вот сейчас троллейбусы перестанут возить людей, просто людям придется ходить пешком, потому что автобусов будет негде взять. А эти, которые есть, они и так ходят полные.
Тобто це закиди? Це все інсинуації. Опять же, то ТП, про которое я сейчас говорю, оно тоже перевозит льготников. Вот уже 10 лет, более 10 лет перевозит льготников, и ни разу не получала за это субвенции. Это моя позиция, просто я, оно работает прибыльно, безубыточно, возит льготников и не требует за это денег из бюджета. И я считаю, что такой же подход должен быть в любых предприятиях, любой формы собственности. А что будет с троллейбусами у Мисти? С троллейбусами, значит, они, не знаю, как это они считают, заявили, что они перевезли там 4 миллиона льготников. Ну, кто их считал? Там 4 миллиона там, их или 10 миллионов. Или, может, вообще никого не возили. Никто же не знает на самом деле. И на этом основании они требуют довольно большие деньги из бюджета. Я считаю, это в корне неправильно. То есть надо либо систему учета наладить, то есть можно выдать, допустим, льготникам карточки, вроде банковских, проводить учет, сколько поездок и так далее. Тогда будет понятно, сколько перевезли, столько должны. Но этого же нет. Нам просто называют там 20 миллионов, они в год получают там 26 миллионов троллейбусного управления. Вот за что? Тобто це реакція безпосередньо закиди щодо вас, щодо ситуації з транспортним, ну ось таким незрозумілим становищем через те, що просто ви вирішили як депутати, як, ну скажімо так, керівництво міста, яке зараз наразі є, вирішили підрахувати оце, що прохає тролейбусне управління. А як це можна? А як вийти з цієї ситуації? Ми вирішили навести порядок, в тому числі в тролейбусному управлінні. Як вийти, я вам тільки що розказав. Можна видати всім льготникам карточки, вони стоять копійки на сьогодні, поставити такі счетні устройства в тролейбусах і просто учитувати кожну поїздку цього льготника. Тоді город буде точно розуміти в онлайн-режимі, скільки льготників кожен день перевозиться. Ну, це теж додаткове обладнання, додаткові гроші з бюджету. Во многих городах... Ви вважали, скільки приблизно це обладнання буде стоїти? Во многих городах це вже зроблено. Это во-первых. А во-вторых, понимаете, как есть закон, принятый Верховной Радой на сегодня, о том, что компенсации будут проводиться за счет госбюджета. Вот на каком основании сейчас местный бюджет будет выделять деньги? Да, этот закон пока президентом не подписан, но Верховной Радой принят, лежит на подписи у президента. Вот какие на сегодня у Совета основания тратить местный бюджет на эти средства? Скажите мне. Зрозуміла ваша позиція. Дякуємо за те, що було у нашій студії. Дякуємо, що ну, свою позицію висловили. Це найголовніше. Дякуємо, що взяли участь в нашій розмові. Ну і от іще одну думку. Ми, шановні пані, почули і побачили щодо того, що відбувається у Сєвєродонецьку. Політика, боротьба закону зі здравим глуздом чи щось інше. Ми обов'язково будемо повертатися раз по раз до цієї теми, аж доки маємо певну перерву. А перерыв буквально небольшой. В 18.00 в этой студии встречайте Александра Шелеста и программу «Прямая линия». Прямой эфир. Не забывайте наш номер телефона 050-210-08-98. Ждем вас в студии.